возвращаясь к Молдавии, то есть если мы сможем после Нового года, я говорю, вот это вот реально, почему? Потому что это уже не будет не по процентику, там, по полпроцентику, как ты говорил, значит, да, да, захуяли сразу, большой, это большой актив, я думаю, что вообще будет зашибись. И по вот, бандам сейчас просто можно ебануться, какие доходности. Поэтому смотрите. Ну, я думаю, что это сложный вопрос. Сложнее, да, но опять же, сейчас просто... Я с ним говорил, я же говорю, можно я поговорю с Нацбанком? Он говорит, ну, блядь, это осталось неделя, давай после 19-го числа. 19-го это понедельник, начнем разговор. То есть я уже даже не буду ждать санкции, а 19-го сам начну с ними разговаривать. То есть до 25 января у меня будет какая-то, даже может чуть раньше начну. Не снимут этого другого цана? А? Не снимут другого цана? Да я не вижу, блядь, это... ты прав, нахуя товарищ, снимай, блядь. Лучше они все, блядь, замазанные, испорченные, блядь, чем придет, опять же, у него же нет механизма поставить человека своего, да, которого он, да, то есть... Но Филя будет, в любом случае, мало. Получается так, если его снимают, то виноват он. Товарищ, уже надо, чтобы виноват был Минфин, там же члены Совета Минфина были и в начале, и в конце тоже, пускай да, это меньшинство было, но все равно были. Я не думаю, что ему это... Что он допустит это, да? Да. Ну, по банку сначала уж точно виноват Нацбанк. Не, ну, понятно, что Нацбанк виноват, другой вопрос, что... Как виноват? Они не виноваты. Они, ну, выполняли, да, команды, да. Не воровали, но они не смогли построить систему, при которой... Ну, потому что им били по рукам постоянно. Ну да, здесь же вопрос такой, что им не давали. Там еще при Гишкевиче было, что оказывается, и это правда, что... Просил, блядь, вот там предвзято политический национальный банк смотрит, не трогай. А у товарища же какие-то перекосы, то он давай как яйцо нечего Филата, то давай вот изящно, то он опять как яйцо, блядь, и так далее. А тогда он его носил так аккуратно. Это вначале было, он не лез, не лез. Потом были моменты, когда пиздячили. Или длиннее его. Сейчас опять он его носит, как яйцо. То есть я уже решил для себя на этот товарищ, что ты хочешь быть примером. Так аккуратненько будет выхаживать, хотя, на мой взгляд, это одно с сегодняшнего прошлого премьера, я думаю, что полная хуйня. Почему? Ну, потому что он самый подготовленный с точки зрения там, работоспособности, понимания ситуации, инструментов, мозгов и все прочее, но он не подготовлен по специальным знаниям, он не подготовлен по аппаратным вещам, он не подготовлен по работе с иностранцами, да? И вхуйнулся сейчас. Но зато он получит, да, зато он может получить наконец-то шоковую... легализацию свою. Да, для него нужна легализация, это самое, но слишком сложно. Внутри сложно. Потом он может свой личный рейтинг, блядь, может. Вот я обсуждал этот вопрос, и сначала я думал, что ему хорошо. Но в итоге я пришел к выводу, что нет, потому что легализация — это единственный плюс во всей этой истории. Понимаешь? Но он не сможет ничего сделать в ближайшие месяцев 6. И это тяжелый процесс. Уже если идти, то потом. Пускай сейчас придет кто-то, через годик-полтора, как раз когда президента будет избирать, может прийти он. И то, если он захочет. У него, ты прав, есть некая внутренняя кайф находиться в тени, рулить с тыла. Но мне кажется, что ему нужна легализация перед иностранцами. А парламент за него проголосует или за премьера? Ну да, даже кое-что ставь, а? Я кое-что ставь. Алло?